Территорию вокруг Екатерининского пруда активисты проекта «В порядке» начали чистить 3 года назад. Проводили экологические квесты, привлекали внимание властей к живописному, но неухоженному месту. Людей стало приходить все больше и больше, и к нам присоединился отдел по экологии, благоустройству города Сергиев Посад. Активно стала поддерживать Оксана Владимировна Ероханова. В этом году к нам присоединился Михаил Юрьевич Токарев. Глава округа помог в решении важного вопроса – убрать бетонный забор, закрывающий живописный вид на пруд. За, наверное, 2 недели забор был убран. Местные жители вспоминают времена, когда в пруду купались и приводили водоем в порядок. Тогда тоже своими силами. А водоем какой чистый был. Наши мужья-офицеры, они весной обязательно идут чистить. У них был праздник. Вот, отделы по отделам. Выходят, значит, чистят. Ну, простите. Вот, значит, корни там, вот, ну и все остальное, вы понимаете. А потом у них обязательно банкет. Если поют мужчины после 12 по городку идут, значит, они себе чистили водоем. Я считаю, что давным-давно надо было убрать его, навести там порядок. Наводить порядок вокруг Екатеринки продолжат и активисты, и коммунальщики. Завтра, послезавтра на эту неделю вывезем все плиты, которые мы уронили, перетащили. И так в субботник планируем здесь навести порядок. И подрубить поросль, вот эту убрать, которую точит, ну, неприглядный вид создает. А 24 апреля сюда подтянутся активисты проекта «В порядке», молодежный парламент, молодогвардейцы. Ждут здесь и главу округа Михаила Токарева, отчасти, чтобы обсудить дальнейшие планы благоустройства этой территории. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».